Финты и точные удары. Этого было в изобилии на площадке Дворца спорта «Северная звезда». Здесь прошли финальные матчи городского этапа всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». Всего же по стране в этих соревнованиях участвуют 1 200 000 школьников. И поверьте, наши юные футболисты на их фоне выглядят намного лучше. И не только по качеству игры. Именно это отметил главный гость и главный идеолог турнира, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. На примере Нижегородской области можно сказать, что дети просто счастливы от того, что они играют в прекрасных залах, они играют с прекрасными мячами, прекрасной экипировкой, и сегодня ими занимаются настоящие преданные своему делу учителя физкультуры. В этот день за медали сражались мальчишки и девчонки из двух возрастных групп. 15 декабря путевки на региональный этап разыграют старшие школьники. Но чтобы попасть на областной турнир, в городском необходимо было быть первым. И у мальчиков 2005-2006 года рождения это получилось у команды школы номер 21. Они на ваших экранах в салатовых манишках. Поиграв на равных в первом тайме матча против 171 школы, будущие победители разгромили соперников со счетом 7-0. Практически в одну калитку прошел финал и у юношей 2003-2004 года рождения. Здесь сильнее всех были воспитанники школы номер 32. Они выступали в красных манишках, и этот цвет принес им уверенную победу над сверстниками из 182-й школы. Мы тренируемся на Раде. Нас тренирует Владимир Николаевич Хлюстов. Он нам объясняет, как правильно расставляться на поле, куда делать передачи, как бить. Среди девочек 2005-2006 и девушек 2003-2004 года рождения обе путевки завоевали воспитанницы 121 школы. Теперь победители городского этапа будут готовиться к региональным соревнованиям. А там уже рукой будет подать до Москвы, где пройдет финал всероссийского турнира «Мини-футбол в школу».